Здравствуйте, это еще один выпуск канала Максимадзе. И сразу же Брюси смс-ку присылает. Да-да-да, ничего, понял. Мне пофигу как-то пока на почту, честно говоря, вот серьезно. Еще один выпуск GTA 4, потому что я сегодня кое-что... Я до завтрашнего дня кое-что сделать просто хочу. Поэтому сегодня будет еще один выпуск. Я вот такой вот бомжатской одежде... Как после того, как в Liberty City сюда приехал на том корабле Платипус. Но в очках на этот раз. Решил сегодня одеть этот костюмчик, почему бы и нет. Потому что в этой серии будет кое-кто. Кое-кто будет. Но перед этим мы направляемся к Джону Гравелли. Следующая серия будет последней по GTA 4. Это будет последняя серия третьего сезона и последняя серия по оригинальной GTA 4. Следующие два сезона будут по дополнениям. А так, основную сюжетку мы завтра будет окончено. Мы почти уже прошли. Liquid the Assets. Все дело в проблемах их решения. А, ты знаешь, Нико. Вы, ребята, конечно, друг друга уже знаете. Нико, очень рад тебя видеть. Интересные у вас обоих знакомые. Да, весьма интересные. Мэр будет здесь минут на минуту, потом еще двое сенаторов заскочат. Все они хотят отдать дань уважения умирающей легенде. Все хотят прикоснуться к романтическому ореолу минувших лет. Все так, как вы слышали, что я сказал. Да, я слышал, что ты сказал. Нико, наш друг говорит, что Анчелотти объединились с русскими. Анчелотти, я знаю этих ребят уже 73 года. В 1972 мне нужно было убить его дядю. Но я его отпустил, так как он решил мне отплатить. Не могу в это поверить. А теперь он торгует наркотиками с проклятым Грозным Иваном. С проклятым Иваном Грозным. Так что я полагаю, можно считать вопросом безопасности государства. Обычно я не связываюсь с кокаином. Это помогает мне иметь своих людей во власти. Но такие уж... Какие... Это уже ни в какие ворота. Сеть распространения состоит из группы фантомов, припаркованных овощного склада. Товар спрятан в каркасах фургонов и готов к отправке в любую точку страны. Уничтожь их все. Чего бы это ни стоило. А что я с этого иметь буду? Ты, для тебя есть отличный подарок. Сделай это и поговорим. Я уже догадываюсь, что это за подарок будет. И я очень рад, что мои сомнения оправдаются. Вот эту ракетницу будем использовать. А ну вы ее не видите из-за вебки. Поэтому... Ну, вы поняли, штука, которая стреляет ракетами. Будем уничтожать фургоны ракетами. Так, чуваки находятся там. Наши русские. Русские наркодилеры перевозят кокаин в фургонах. Торговля продуктами лишь прикрытие. Территория надежно охраняется. Фургоны везде стоят, а в них запрещенные препараты. Да, повсюду. Охранники стоят. Черт. Так, проникните в незакрытую зону и уничтожьте фургоны. Так, приготовить оружие. Ой-ой-ой. Они довольно опасные, эти чуваки-то. Ой, там еще один. Ладно, я его со снайперской
перестреляю сейчас. Где снайперка? Снайперка, 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 снайперка. Так, пошел в жопу. Еще один. На. А этому... А чё он урона-то не получает? Ничего, сейчас я его со снайперки долбану. О, там еще. А, вот еще один. Так, я в голову. Мог бы сейчас попасть бы в него. Высунь голову. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, это фургоны, я думал, это враги. А, вот кто это стреляет по мне, вот что это было-то. Опа, еще один стрелец. Там еще наверняка есть. Да, я вижу некоторых. Раз. Отходим, 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 отходим. Два. Три. Четыре. Не, точнее, три. В принципе, из ракетницы справится. Ничего, сейчас я его сейчас я подстрелю его. Надо догнать его. Заводи, 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 едем. Нельзя дать им уехать. Я, честно говоря, не думал, что они могут ехать. Я когда первый раз проходил, они никуда не уезжали. Я просто взял и застрелил их из ракетницы. Сразу же. Почему вот я сейчас не попал из ракетницы? Я удивился. Стой, 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 стой. Чувак, 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 я колес тебе перестреляю сейчас, если ты не остановишься. Надо его обогнать сначала, а потом... Так, я тебе не дам никуда уехать. Отлично. Стоп, кто-то стреляет по мне? Неважно, кто. Мне абсолютно пофигу, кто стреляет. Я вывел ваших конкурентов из дела. Ты подарил умирающему старику мгновенные радости. Я рад, что могу тебе помочь с тем, что тебе действительно нужно. В следующий раз мы поговорим с тобой, когда Дарк Абреевич будет уже в стране. Отлично. Да ну тебя. Не хочу уровень розыска получить. Ой, из газета. Беллик, я нашел твоего человека. Он прилетел. Мы оставляем его тебе в аэропорту в грузовом зале. И все, больше никаких поручений? Я выхожу из игры? Да, ты хорошо потрудился. Мы тебе очень благодарны. Впрочем, я тебя прикрывал. Будь здоров. Ты теперь вольная птица. Прощай. Спасибо вам огромное за помощь. Special someone. Роман, Дарка Бревича привезли в страну для меня. Еще чуть-чуть, и все будет завершено. Я собираюсь положить этому конец. Нико, один ты не справишься. Я поеду с тобой. Забери меня с Fly Island. Ладно, жди меня.
Такси. Не едьте никуда, подождите меня. Не друг, а Роман. Вообще-то. Окей, нет проблем. Great, thanks. Стойте, не уезжайте. Подождите немного. Они везут грузовой отсек аэродрома Фрэнсиса. После столько лет ожидания я не хочу опаздывать. Едем скорее. Special someone. Что ж, великий момент, которого ты давно ждал. Надеюсь, ты не будешь разочарован. Разочарование тут ни при чем. В тот день, когда Дарко Бревич нас предал, я стал другим человеком. После того, что я увидел. В тот день ты потерял много друзей. Если бы точнее, мы оба потеряли. Деревенским друзьям повезло, в каком-то смысле. В тот день я сам себя потерял. Все невиновны. Все хорошее, что у меня было, умерло вместе с ними. Если бы я мог вновь вернуться в тот день, думаю, я бы предпочел. Вот мы и на месте, тут все и завершится. Помнишь меня? Отвали, я тебя не знаю вообще. Я тебя не знаю. Нет, нет, ты знаешь. Я единственный, кто тогда выжил. Нико. Привет. Просто ответь, почему? Почему? Мы были друзьями. Мы были все друзьями, все росли вместе. Димяр, Тарган, Гаран, Мио. Мне всех перечислить. Вы были друзьями. У меня были другие друзья. Друзья, которых Гаран вместе с своими парнями убивал. Моих, черт возьми, соседей. Из-за чего? Из-за того дерьма, что они натворили. Врешь. Врёшь. Так выходит, садить нож в спину друзьям, это нормально? Когда все, что ты верил, оказывается дерьмом. Ты иногда совершаешь странные поступки. Да пошел ты! Странные поступки? Сколько тебе заплатили вообще, а? Штуку. Ты убил моих друзей ради $1000. А сколько ты обычно за убийство берешь? Ты разрушил мою жизнь, козел. Мне нужны были деньги, у меня были неприятности. Чертов. Дебил. Ну так убей меня. Лицемер. Поверь, ты мне окажешь услугу. Нико, пошли. Пусть страдает, он понимает, что натворил. Не похоже, чтобы он получал от жизни удовольствие. Секунду. Да-да-да. Нет, нет, Роман, я не уйду отсюда, пока не выполню свое дело. Спасибо. Кусок дерьма, это тебе за меня. Это тебе за всех нас. Ладно, Нико, все закончено. Оставь его. Надо уже уйти до того, как здесь появится кто-нибудь.
Жестокая сцена только что, конечно, была. Самая, наверное, кровавая сцена в этой игре. Да и жалко было его, на самом деле, немного. Иди, иди, Роман, давай. Прыгать не умеешь, что ли? Да блин, как ты выходишь отсюда, а? А, там? О, сколько здесь таксишек, а? Чё, это дерьмо? Меня уже тошнит от этой надоедливой рекламы. И ведущих. Вот мы и приехали. Ну что, зайдешь? Потусуемся с Брюс? Нет, мне нужно одному побыть. Спасибо тебе огромное за поддержку. Да брось, позвони мне. У нас скоро свадьба. Это очень хорошо. Очень хорошо. Ну что ж, предлагаю поехать домой. Надо бы поехать домой. Ну, Роман пока такси, наверное, не вышлет. Флориан, ты должен знать. Дарко мертв. Он заплатил за свои преступления. Хорошо, Нико. Ты должен выбросить это все из головы. У тебя здесь новая жизнь. Забудь о том, что было. Мне иногда кажется, что прошлое — это вся моя жизнь. Пока, береги себя. О, Пигарина звонит. Нико, есть одно дело, нужно поговорить. Приезжай в клуб в Тюдоре. Хорошо, мистер Пигарина, сейчас приеду. Но мне нужно такси, чтобы доехать до него. В противном случае я буду ехать долго. Так, мы приехали туда, куда надо. Сейчас попрошу увести детей от экранов. И опять заходим в этот стрип-клуб. One last thing. Водку со льдом, пожалуйста. Нико, рад тебя видеть. Взаимно, как дела? Да, полное дерьмо. У нас проблемы с законом, и все в таком духе. Ты ведь знаешь, как все обернулось? Да, я кое-что слышал. Стоит только приблизиться к мечте, как тянет тебя обратно. Нет. В общем, выглядит советом или нет, или я с голоду умру. Не хотят люди меня видеть рядом, и не надо. Я знаю, как заработать. Я хочу попросить тебя об одной услуге. Но началось. Да пошел ты, я за тобой приглядывал. К тому же я тебе хорошо заплачу. Очень хорошо заплачу. Но нужно, чтобы ты кое-что мне сделал. Я хочу, чтобы ты забрал героин. Есть у меня один русский, кажется, у него наклюнулся покупатель. Русский? Да. Дмитрий Раскалов. Нет, я уже имел с ним дело. Знаю, но это верняк, ты мне нужен. Что еще за верняк? Верняк, потому что ты в этом ты будешь участвовать? Верняк, потому что это мой последний шанс. Ну, удачи тогда. Нет, мне нужно, чтобы ты забрал этот героин. Мне нужны деньги. Знаешь, я ведь взял все под свое крыло. А теперь ты мне понадобишься, и я заплачу эти кучу денег. Послушайте, мистер Пигарина, говорю же, у нас с ним вышла неприятная история. Нет, ты послушай. Я тебя не прошу, я приказываю, сделай это. Приступи через свои планы. Такие пацаны не затаивают обид. Сделай это, иначе у нас с тобой будут проблемы. Слушай, Фил за тобой приглядит. Тебе даже не придется тереть с этими чертовыми русскими. Он ждет тебя в Тюдоре. Хорошо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Эй, а ты что, пить не будешь? Миссия вот такая вот короткая выполнена. Теперь ждем. Теперь надо
бы решить. Ух, иметь такая сделка с Дмитрием Раскаловым мне как-то не очень-то по вкусу. Надо бы посоветоваться с Романом. Роман, у меня проблема. Что у тебя за проблема, Нико? Я же женюсь. Я собираюсь провести этот остаток жизни с одной единственной женщиной. Я серьезно, Роман. Меня снова просят поработать на Дмитрия Раскалова. Кажется, светят большие деньги. Да, я, кажется, слышал, что вы с ним помирились. Он на судне в Вестхуке. Что? Ты знаешь, где он? На судне в Вестхуке? Да, я думал, что ты его простил. Думал, вы вместе работаете. Так что ты возьмешься за это дело? Не уверен. Но поскольку я знаю, где он, я могу просто поехать и вышибить ему мозги. Ты помнишь, он сжег твою квартиру, разрушил твой бизнес, похитил тебя? Ну, квартирка у меня получше, а если ты с ним поработаешь, станет вообще шик. Обещай мне, брат, что не будешь принимать поспешных решений. Я подумаю. Поговорим позже. Отлично. Я получил местонахождение Дмитрия Раскалова. И если подумать, я могу прикончить его. Привет, Кейт, мне нужно принять решение, и мне не с кем больше посоветоваться. Что случилось, Нико? В прошлом один человек предал меня, сейчас меня просят с ним поработать. Я могу много денег получить, но тогда я нарушу клятву, которую сам себе дал. Не работай с ним, Нико. Тебе не нужны деньги. Что они изменят в твоей жизни? Ну, не знаю, для нас с Романом многое станет проще. Нико, если ты променяешь то, во что ты веришь, на деньги, я перестану тебя уважать. Пока. Вы должны сделать выбор. Месть. Сделка. Вот что, друзья. Это выбор концовки. Их две в этой игре. Каждая из этих концовок имеет свой исход. То есть у меня есть выбор. Я, поскольку получил местонахождение Дмитрия Раскалова, я могу поехать на этот корабль, на котором сюда прибыл. Он оказывается там. И пойти его убить. Чтобы он мне больше не доставал. Или есть выбор все-таки послушаться Пигарина и пойти с ним на сделку. На сделку с Дмитрием. Насчет героина. Могу получить большие бабки, может быть. Дмитрий не будет меня предавать, хотя, может быть, и предаст. Потому что у него такая вот привычка дурная. Давайте-ка, знаете что, дорогие подписчики? Давайте вы выберете концовку. Давайте вы напишите. Ты сюда приехал ради пентхаусов, женщин, быстрых машин. Не отказывайся от этого ради какой-то мести. Дарка не помог тебе, помнишь? Давай договоримся. И мы слетаем вместе в Вайс-Сити на частном самолете. Вот что, друзья. Напишите в комментариях, какую выбрать концовку. Выносим, так скажем, на голосование. Какую вы выберете концовку, такую мы с вами и будем проходить. Какое месть или сделка? Просто напишите. Я напишу комментарий, какую вы концовку выбираете. И вы под этим комментарием напишите. Месть или сделка? На ваш выбор. Ну что ж, выбор за вами. А пока что всем огромнейшее спасибо за просмотр. Завтра будет последняя серия по GTA 4. Выбор концовки. С вас лайкосы, подписывайся, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал, а также группа ВКонтакте. Всем до свидания. А также сидите дома, без нужды не выходите. Пока.